Бывший владелец пермского клуба «Хромая лошадь» просится на свободу. Анатолий Зак подал ходатайство об УДО. Сейчас он отбывает наказание в карельской колонии. Из положенных 10 лет он отсидел 3,5. Прошение об условно-досрочном освобождении будет рассмотрено 8 ноября. Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» произошел в конце 2009 года. В давке и огне погибли 156 человек. Следствие установило, что возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности. Это была новогодняя вечеринка. Всего по 2 уголовным делам после пожара были осуждены 9 человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак.